Кто там? Папе уезжает, да? Уезжает моя рыба. Я опять нацепила себе эти. Одну так, другую так. Ну как нацепила, а что теперь? Главный эффект, а не то, что как я нацепила. И так красиво. Вот, сейчас пойду завтракать. Сейчас покажу вам свой омлет. Омлет. У меня, знаете, я его взбила. Вот эти вот белки. Они все поднялись вверх и вот так у меня чуть-чуть пригорели. А внизу там нормально. Такие вот. Потому что белки поднялись вверх и они же легче. В общем, ну, на вкус это не будет никак влиять. Такие вот мурену, скажем так, мурену стали. Как негритяне. Кофейку сейчас себе заварю. Ну, не кофейку, кофейный напиток. Кофейку я не пью. Чарли меня разбудил, блин, в 8 утра. Я вообще встану 8:30, а он начал в 8 уже скрестись. Свою морду мне подставлять для поцелуев. И все, и пришлось вставать. Ни свет, ни заря. А что делать? И ходит теперь довольный туда-сюда. Высматривает, высматривает. Высматривает. У нас все окна открыты. Думаем, что какой-нибудь ветерок зайдет. Что ты там высматриваешь? Что тут? Никого нету. Моя машина стоит с моей шляпой. Упала шляпа. Упала няпа. Денек был, обещает быть жарким. Но к утру хорошо, прохладненько так. Нормально. Цветы мои все. Это прям как парусник какой-то. Кактус. Типа это кактус. Это гляньте, позеленела. Вот она там, наверное, прижилась. Пускай приживается. Мои цветочки. Мои цветулечки хорошие. Ладно, буду завтракать и пойдем на работу. Мы уже поели, полежали. Я сегодня сушу все свои подушки. Наверх оттащила. Пока жара. Меняю постель. Вот. Тоже подушки меняю, все, в общем, меняю. Меняю, меняю, меняю тебя я. Что-то там меняю. Вот. А сейчас пойду на пляжик поеду в 4 часа. У меня режим же. Режим. Мы нажрёмся, режим. Видите? У меня все тут. Это на матрасник. 31 градус в комнате. Но сегодня ветерок дует, так что не так жарко и как-то как пасмурно, что ли, знаете? Пасмурно. Цветочек мой цветет и пахнет. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Чарли мой. А еще у нас сегодня вечером будет рынок на пляже. Я хочу съездить. Я в этом году еще ни разу не была на рынке. Заварила себе чай. Очень пить хочется. А воду я просто не напиваюсь. Хоть ты ее пейся, я не напьюсь. Как бы крепкий его не забахал. Крепкий чай мне не годится. Заварила вот себе чаек с чабрецом. Краснодарский. И все. Машинка постиралась. Все сохнет. Нечего делать. Только ехать на пляж и купаться. Сегодня на нашем пляже мало народу. Тут парковочных мест много. Кстати, здесь наша дача была. Прям вот на этом месте. Вот тут одна. И вот за этими кустами другая. Прям вот тут. Ее снесли, потому что хотели строить вон там отели. Отелей нет, дачи нет. Но земля принадлежит семье моего мужа. Вот это. Вот. И что-то народу мало. Так классно, здорово. Так что я буду... Я даже зонт не взяла, так как у меня на этой вот такой маленький есть зонтик на моей сидушке. Буду сейчас купаться. Люди вроде купаются, значит, медуз нету. Флагов что-то нету.
Ветерок какой дует. По-моему, на Поньенте перемалывается. Ну, не знаю. Перемалывается. Переделывается. Вот тут и приземлюсь. Сейчас время 4, народу мало времени. Обычно всех 6 приходят. Может, сегодня среда, никого и не будет. Короче, вот тут я приземлюсь. Смотрите, когда приехала, никого не было. А сейчас все там забито. В общем, так вот. Еду. Хочу в Маркадону заехать. Она тут у меня как раз по пути. У меня нету ни ополаскивателя для белья. Еще что-то надо купить, что я не помню. Походу вспомню. Фруктов вообще никаких не осталось. Поэтому вот так. Хочу приятное с полезным совместить. А вечером на рынок. Уже пришла, сумку разобрала. Что купила? В принципе, я ездила вот за этим. Это ополаскиватель для белья. Кока купила. Надеюсь, не тухлый. Инжирные персики. Филе куриное буду делать завтра с сальсой де остро. Соус устричный. Купила вот такие вонючки в туалет. Не знаю, будут вонять, не будут. Вот чучи для Чарли. Вот такие. Еще одну есть. Батарейки для весов у меня закончились. А вот еще чучи для Чарли. Кефир в Меркадоне появился. Вот такой с манго. Не знаю, вкусный, невкусный. Интересно. Орчата этому мужу мне не нравится. Перчатки умыть, унитазы. Вот это вот какая-то штука для мытья печки. Шампиньоны. Редиска. И черешня. В принципе, все. 33 евро отвалило. Знаете, самое главное, я ездила за яйцами. Я их не купила. Пипец. Голова дырявая. Сидит. Жарко ему. Я подъехала, а он там меня увидел. И давай. Выть как волк. Скучному, видимо. Он там на балкончике сядет и сидит. Ждет меня. Сейчас я покупаюсь в 9, пол 8, пол 9, 8:30 поедем на рынок. Что-то мне, знаете, хочется, не хочется, не знаю. Пока купаться. Я так не люблю соленой ходить. Прям она меня колет, соль. Прям вот особенно платье наденешь, и все это колется. Я сейчас в купальнике просто хожу. Я, кстати, когда с моря, я переодеваюсь в сухой купальник. Вот, ну, чтобы ни машину не портить, потому что потом воняет, когда сухое. Вот, ну и вообще, чтобы себя уютно чувствовать. Ну и для гигиены женской лучше переодеваться. Поэтому я вот так шторку делаю, чтобы заходил воздух прохладненький. Сегодня, кстати, небольшой ветерок, поэтому кляфа. Ладно, пойду купаться, иначе я вся колюсь. Пойду сейчас сниму подушки, а то, знаете, к ночи влажности очень сильно много, и все станет опять влажным. Мне это надо, мне это совершенно не надо. Я вот так хожу, вот тут вот, видите, в короткой юбочке, платьишко такой, голой задницей виляю. Надеюсь, там никто на меня не смотрит. Солнце-то еще шпарит. Вот так все это я сушу. Видите, все мои подушки. Вот, мы спим вот. Холодненько, что ли. Обычные подушки, вот такие у нас длинные, между ног, скажем так. Я люблю закидывать на подушку ноги. И поэтому у нас еще по подушке большие, такие длинные. По всей длине моего тела. Там как-то вот... Ой, батарейка садится. А как же я буду рынок снимать? В общем, пока я буду одеваться, она будет заряжаться. Так, буду снимать все это. Мы приехали на рынок. Смотрите, там море. Море, море. Время уже 10 час. Есть еще люди на пляже. Купаются, загорают. А вот рынок. Начинается на набережной. В принципе, где я зимой гуляю постоянно. На этом месте сейчас рынок. Зимой здесь никого нету, как вы могли бы помнить. Кто не помнит, посмотрите мои старые видео за зимние. И увидите, какое здесь затишье зимой.
Мы уже прошлись по рынку, ничего там не нашли. Вышли оттуда, потому что там дети стреляют эти петарды дурацкие. Чарли мой в шоке, он бегает, не знает, куда ему бежать. И я пол рынка его несла на руках, потому что это пипец, он как их боится. Ой, так что вот так вот, ничего. Ну и там всякая фигня. Овощи, фрукты. Овощи и фрукты я как-то покупала пару раз. И знаете, туда то не заложит, то половина гнилое. И овчинка выделки, как говорится, не стоит. Легче в магазин пойти и выбрать, что тебе нравится. Положить в пакет то, что ты сам взял, чем тебя как бы... Типа дешевле, да, но получается дороже, как бы так. А так народу дофига все. Ну, просто, знаете, все гуляют как бы после пляжа, чтобы развеяться чему-то. Там вот карусели. А еще у нас начался праздник. У нас началась ферия дневная. Все сегодня бухают, квасят. Я не знаю, как можно в такую жару пить. Вот. Вообще не понимаю. Днем, блин, там 40 градусов, да, 35. И вот это вот все пить. О, я бы не смогла. Ну, молодежь, им что? Им у них, как говорится, лишь бы погулять. А потом на следующей неделе, по-моему, начнется уже ночная ферия. Ну, там всякие карусели, праздник. Короче, гуляют, пьют и веселятся. Мы сейчас домой поедем. Сейчас пойду рис сварю на завтра. Тут у меня Чарли пьет. Уморился мальчик. У него стресс был на пляже. Там же петарды стреляли. Фига себе, сколько долго он пьет. В мультиварку сейчас поставлю рис на завтра. Сделаю мясо по-корейски, типа того с... Ну, я вам говорила уже, с устричным соусом. Устрица, да, устричным. Потому что по-испански это острос. Так вот. Поставлю тут кое-какую посуду, по-моему, я немного. И пойду какую-нибудь киношку посмотрю. А с вами я буду прощаться до завтра. Всего вам самого доброго. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хотел сказать сообщения. И всего вам хорошего. Пока-пока.